И снова с нами на прямой связи из горосберкома наш корреспондент Юлия Федорова. Юля, каков общий результат? Добрый вечер, Екатерина. В настоящий момент Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Мы подводим первые итоги, они неофициальные. По нашей информации, с результатом 52,25% лидирует действующий мэр Геннадий Труханов. Он набрал 138 839 голосов. На втором месте Саша Боровик. За него отдали свои голоса 25% избирателей. Это 66 468 человек. Всего в выборах мэра приняли участие 265 685 человек. Сейчас продолжаются обработки протоколов по 16 городским округам в областной совет. В настоящий момент горосберком обработал 97% протоколов. Студия. Спасибо, Юля. Я напомню, это была наш корреспондент Юлия Федорова из городской избирательной комиссии.